Вы, опять же, к той же беседе, которую я читал перед эфиром, возвращаясь, или, может быть, это в другом интервью было, но тоже меня очень удивило, что вы сказали, что когда вы играли мужчину на сцене, вы открыли для себя то, что у вас очень много на самом деле вот в характере мужского. Да. Что это была за роль? И, мне вообще кажется, что я должна была родиться мужчиной. Да? Да. Интересно, что ваш брат по этому поводу думает? Что он должен я не знаю, что он думает, надо спросить его. А почему? Почему родиться мужчиной? А мне как-то очень было бы комфортно. Таскать балерины, если бы вы родились бы мужчиной и пошли бы по стопам родителей. Ну, хоть кто-то бы их хорошо носил. Вы знаете, сейчас ведь очень мало хороших партнеров. На сцене многие танцуют с балеринами. Много плохих носителей. Да. Так. Потому что очень мало кто понимает, что надо стараться быть хорошим партнером. Наш отец был блистательным партнером, и он объяснил, и Андрис тоже понял, что нужно быть не просто хорошим танцовщиком, а нужно быть хорошим партнером. Этому нужно учиться. Нужно специально заниматься, чтобы быть хорошим партнером. Нужно тренировать и руки, нужно немножко работать со штангой. И это как бы, ну, вторая часть вот профессии артиста балета, танцовщика. Ага. А многие как-то думают, ну, как-то так поддержал ее немножко, пусть она там стоит и что-то делает. Но мне, честно говоря, на партнеров везло, и мои партнеры всегда были очень и хорошими. Вы же с Цискоридзе, по-моему, танцевали. И с Колей Цискоридзе мы станцевали много спектаклей. И да, и был, кстати говоря, момент, когда после рождения Нади я вышла в «Пиковой даме» вместе с Николаем. А потом буквально вот через неделю, может быть, мы на одним днем поехали танцевать в Ростов-на-Дону, дуэт из «Пиковой дамы». И там во время спектакля отключилась музыка. И вы знаете, вот, видимо, от того, что, ну, конечно, от того, что вот форма — это не только физическая форма, да, может быть, физическую форму я, как бы, я была достаточно подготовлена для того, чтобы станцевать, потому что я уже спектакль станцевала, а вот психологическая форма, она еще не дошла. И я, это тут был редкий момент, когда я абсолютно растерялась, вот просто абсолютно. И тут Коля как раз пришел мне на выручку и как-то стал что-то так как-то обыгрывать. Ну, я просто абсолютно растерялась, вот музыка исчезла, и я стою, я вообще просто хочу сказать, простите, пожалуйста, я не знаю, что делать, не знаю. Ну, а вот как вот женщине, все-таки мужская пластика, она совершенно другая, вот, ну, как мне кажется, да, даже в балете. Ну, конечно. Вот так вот. Ну хорошо, нет, ну ладно, с пластикой это все понятно. Ну, а вот что вот вы говорите, почувствовали, что вам понятен, ну, вот мужской темперамент, мужской психотип? Вот в чем это выражалось? То есть вы себя ставили в каких-то ситуациях на место мужчины, старались посмотреть на какие-то ситуации глазами мужчины? Мне в мужском костюме игралось очень хорошо. Мне как-то сразу оно вот все. Потому что такой с синей бородой, да, было связано? День рождения синей бороды, да, спектакль Андрея Максимова. Да. И какой у вас был образ там? Знаете, я играла агента, женщину, которую засылают в замок Синей Бороды в образе мужчины для безопасности. Вот так. То есть это все-таки да. Я все-таки была женщина, да, которая играет мужчину. Но мне кажется, что вы не вжились. Равно. Вы очень женственная, мне кажется, что... Я не берусь вас пугать. Я не видел просто эту постановку, но мне это сложно представить. Меня, собственно, поэтому это и поразило. Вы знаете, я не играла, ведь я играла без парика. Я просто поняла, что... У вас там усы были, я видел фотографию. Говорят, что я была очень похожа на моего отца в этом образе. И просто носила хвост, как вот мужчины зачесывают назад и хвост. И мне казалось, что это очень удобно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.